Практически каждый раз, когда я прихожу потренироваться на уличную воркаут-площадку, я встречаю людей, которые делают планку. И проблема заключается не столько в том, как они делают это упражнение, сколько в самом упражнении. Поскольку мы живем уже далеко не во времена Рубенса, то эталоном фигуры является спортивное, подтянутое, атлетически построенное тело. А это предполагает наличие определенного количества мышц. Одним только похудением добиться стройной и спортивной фигуры невозможно. Без тренировок вы будете похожи на картинку справа, а не на картинку слева. При этом необходимо понимать, что процесс наращивания новых мышц – это адаптационный механизм, созданный организмом для того, чтобы адаптироваться к изменяющимся запросам внешней среды. Это очень важный момент для понимания того, почему выполнение планки является пустой тратой времени. Строение новых мышц – это ответ на стрессовую ситуацию, создаваемую внешней средой. Именно стресс является одним из четырех ключевых компонентов, необходимых для строительства новых мышц. Если во время тренировки нагрузка, которую вы даете своему организму, не является для него стрессовой, он не будет наращивать новые мышцы, просто потому, что он будет справляться с этим уровнем нагрузки уже имеющимися у него возможностями. Нужно помнить, что наш организм – это чрезвычайно эффективная машина, которая много тысяч лет эволюционировала в пользу оптимизации всего, что в ней находится. Поэтому она не будет создавать дополнительные мышцы, если может обойтись без них. Потому что мышцы довольно-таки обременительная вещь. Они постоянно расходуют калории, и их постоянно нужно питать. И при этом, в случае необходимости, если вдруг не будет доступа к еде, мышцы будут давать более чем в 2 раза меньше энергии, чем организм мог бы получить из того же количества жира. И в этом, собственно говоря, и заключается главная проблема с планкой, потому что это упражнение невероятно простое. Если мы посмотрим на его биомеханику, то увидим, что единственной мышечной группой, которая включается в работу, является мышцы пресса. И то они сокращаются в очень небольшой амплитуде. Если вы помните из предыдущих роликов, для того, чтобы дать максимальную нагрузку на свои мышцы пресса, необходимо по максимуму подкрутить свой таз. И обычно это достигается за счет подъема ног как можно выше груди. В планке же вы совсем чуть-чуть подкручиваете свой таз, то есть фактически удержание статического напряжение, ни о каком динамическом напряжении здесь вообще не идет речь, осуществляется под очень и очень небольшой нагрузкой, которую, конечно же, многие пытаются компенсировать продолжительностью выполнения этого упражнения. И многие даже хвастаются, что стоят в планке минуту, 2 минуты, 5 минут, 10 минут, полчаса могут стоять в планке и считают это большим достижением. Проблема в том, что это не приведет их к росту мышечной массы. Если мы рассмотрим весь континуум количества повторений или времени под нагрузкой от одного повторения с максимальной интенсивностью, например, рывок штанги, до упражнений на выносливость, где одновременно есть и фаза отдыха, и фаза нагрузки, и за фазу отдыха организм успевает восстановить свои силы. Отличным примером этого могут быть циклические виды спорта, такие как езда на велосипеде, бег или плавание. За счет того, что существует фаза отдыха, организм успевает восстановиться и может повторять упражнения, повторение за повторением, много тысяч и даже десятков тысяч раз. Соответственно, любое количество повторений, которое будет больше, чем одно, будет сдвигать вас по этому континууму от чистой силы к чистой выносливости. В зависимости от того, каких результатов вы хотите получить, вы, соответственно, и подбираете количество повторений. И здесь необходимо вспомнить о том, что в наших мышцах существуют две важные структуры. Во-первых, это миофибрилы, то есть сократительные волокна. Именно эти ребята отвечают за то, насколько мощные усилия вы сможете совершить. И, соответственно, они тренируются в этой части спектра. С другой стороны, в мышечных структурах также существуют митохондрии. Своего рода энергетические станции, которые обеспечат вам возможность совершать усилия как можно дольше. И они будут тренироваться уже в этой части спектра. Если интересно, то напишите в комментариях, я сделаю отдельный ролик о митохондриях и миофибрилах и о том, как их нужно тренировать и в чем будут различаться более детально эти тренировки. Я думаю, вы уже догадались, к чему я клоню. Если вы хотите увеличивать количество мышц, то, соответственно, нужно увеличивать количество миофибрил. Нужно тренироваться таким образом, чтобы нагрузка ложилась на миофибрилы. Если вы научились уже делать планку и делаете планку больше 30 секунд или тем более минуты, то никакого эффекта на мышечный рост вы не будете получать. Я не хочу сказать, что планка — это бесполезное упражнение. Я хочу сказать именно то, что я вынес в название ролика.
Планка – это пустая трата вашего времени. Если рассматривать планку на локтях как подводящее упражнение к упору на прямых руках, а затем к отжиманиям от пола, а затем к продвинутым версиям отжимания от пола, то есть таким образом вы будете каждый раз повышать уровень нагрузки именно для своих мышц, именно для миофибрил, то это отличное упражнение. Но после того, как вы его освоили, иметь его в своих тренировках в качестве отдельного упражнения не имеет никакого смысла. Да, многие добавляют планку в различные свои тренировочные комплексы вместе с несколькими другими упражнениями. Но я гораздо чаще вижу на уличных площадках, когда люди, освоившие планку, просто продолжают в ней стоять от тренировки к тренировке по несколько подходов. Особенно, кстати, часто я это вижу у людей, которые занимаются с персональным тренером. Видимо, тренерам просто не хочется заморачиваться, и планка – это очень удобное упражнение, потому что сказал своему клиенту, чтобы он стоял несколько минут в планке, и можешь в это время позависать в телефоне, а клиент пусть тужится. При этом, если клиент уже освоил это упражнение, то в плане результативности ему ничего это не даст. Поэтому, если ваша цель – привести себя в отличную форму, если вы хотите изменить композицию своего тела, то нужно и действовать соответствующим образом подбирать упражнения под себя. И если пока вы не знаете, как это сделать, то я бы рекомендовал пройти нашу бесплатную образовательную программу «Сотка», где в течение 100 дней вы получите абсолютно всю информацию и все ответы на вопросы, которые только могут возникнуть у новичка. Она уже помогла десяткам тысяч людей по всему миру и обязательно поможет и вам. В том числе вы узнаете все, что нужно знать про митохондрии, миофибрилы и разные типы тренировок. Но мне остается только напомнить, что если вам нравится рубрика «Пустая трата времени», то у нас еще есть несколько упражнений, про которые мы собираемся снять ролики, и поэтому вы можете поддержать нас и ускорить этот процесс. В магазине workoutshop.ru продаются вот такие классные летние майки Street Workout с логотипом движения сзади. Вся прибыль от продажи которых идет непосредственно на финансирование этого YouTube-канала, обеспечение нас оборудованием, предоставление нам возможности по съемках в самых разных интересных местах, и, соответственно, это напрямую будет нас поддерживать. Ну а с вами был Антон, канал Street Workout, и увидимся в следующих роликах. Тренируйтесь с умом, тренируйтесь эффективно, и до встречи на уличных площадках вашего города.